Так, ну как я уже показывал, все второй ряд клапаны, они установлены, закреплены немножко. Закрепляю, чтобы никуда не сдвигалось. Вот, видно, да, что клапан свободно ходит. Вот, и так каждый. Немножко клей потом подхватится, вот, и будет работать на резиновой вставке. Вот как у нас выглядит клавиатура. Вот таким образом. Сейчас буду крышкой заниматься. Все. Так, небольшая запись. Вот так это стоит. Хотел сначала прикрепить вставку эту, чтоб съемная, потом подумал, раз крышка будет одеваться, то в принципе можно будет сделать несъемную. Вот. Для того, чтобы здесь пришлось ставить два бруска, вклеить, через них прикрепать. То есть это стоят клепки. Вот. Вот эта панелька, она несъемная. Пойду ставить на инструмент все. Так, вот крышка установлена. С этой стороны был вот такой вот хромированный под пальцы. Здесь был болтик. Вот, ну, нашелся в запасниках, видимо, типа от Флипмастера. Здесь бруски, которые там для укрепления стояли, через которые проходил клепка, я удалил. Почему? Потому что они мешали вот этой вот. Все-таки решил от пыли. Вот обычно здесь как бы делают такую штучку. Да. Вот так то же самое сукно шерстяное, как вот на столы раньше было с обдекой такая. Да. Сукно с тех времен, как говорится. Так что вот эта полоса идет, регистровка вся работает. Все.